Так, Саша, ну а теперь у нас рубрика «Рок-библиотекарь». Так, расскажи-ка нам о книжке, которую ты приобрел. Два тома «Рок-посевы» Сева Новгородцев, там по своим передачам и по своим записям в журнал, в дневниках. Пишет, короче, там в одной книге Сид Барретт, Пинк Флойд, Роджер Уотерс, Элтон Джон, потом этот Джет Ротал. Ну вот я вот этот том я не очень. А первый я прочитал с удовольствием. Там Лед Зеппелин, Блэк Саббат, Оззи и еще кто-то, блин. А, Дип Пёрпл. Ну, слушай, а это самое. А Сева Новгородский. Новгородцев. Сева Новгородцев. Он сам концерт им организовал. Не, про что он там пишет? Не, он же на BBC работал, на радио ведущим. Вот он раз. Ну, по приемникам он раз здесь глушили его в Советском Союзе. Ага. Глушилками. Ну, вот. И все равно народ там умудрялся. Вот в том доме он живет пацан, он слушал. У него «Океан» был приемник. Угу. И он Севу слушал. Про Секс Пистолс он рассказывал. Нам еще, мы у него расспрашивали, ну а что там, Секс Пистолс? Ну а мне вот интересно, а за Блэк Саббат он что там говорит? За Блэк Саббат? Да. Ну что там, про Тони Йоми. Что он был наркоман? Не, он наркоманом не был. Оззи бухал и торчал. Ага. Потом лежал в клинике, лечился. Ну там, блядь, как описали клинику, там, блядь, я не знаю. Отель «Хилтон» какой-то. О, что-то там, я даже не знаю. Двуспальная кровать такая здоровая. Блин. Охренеть. Что-то он там около полугода пролежал. Угу. Ну, вроде сначала помогло, потом опять начал. Но сейчас вот вроде подуспокоился. Но книжки интересные, да? Да. Надо потом подробнее обзор на это все сделать. Да. Я просто сейчас подзабыл, я сейчас не читаю. Наверное, уже с месяца где-то. Ну хорошо. Ну, короче, ты рекомендуешь эти книги. Да, рекомендую. Понятно. А это еще «Назад в СССР» Артемия Троицкого купил. Тоже прикольная книжка. Я читал в интернете, там пара отрывок. В СССР. Угу. Вот, начиная с 68-х, там, даже раньше, начиная со «Стилях». Угу. Какие ботинки они носили, там он шил из красной кожи ботинки. Не он, а этот Алексей Козлов, этот саксофонист. А, все, понял. Вот. Это шил ему там кто-то ботинки леской, он, ну вот эти вот ранты, ага, прошивал ботинки, леской прошил там, все когда он приходил, все смотреть ходили на его ботинки, когда он приходил на танцы. Здорово. Дети хотят попасть на Winter Thrash и рычат в окна. Да, Саш, приглашай народ на Winter Thrash 5 февраля в Герц. Да. Пойдем тогда. Обязательно. Да. Ну ладно, чё, давай тогда. Ага. Саш, здоровья тебе. Спасибо. Да. Прощайся с людьми. Ну, пацаны, короче, подробнее расскажу потом. Еще начну сейчас читать что-то. Давайте.